Ну что, дорогие друзья, я снова в Венеции. У нас оставался один день, так называемый запасной. Самолет у меня завтра. Ну и, соответственно, мы его не планировали, он был как резервный. Мы думали, истратим его или на какой-то еще городок, или вернемся в Падуя, или в Венеция. Решили, что Венеция оптимально, погулять еще разочек по любимым местам, увидеть что-то новое, рассказать, соответственно, вам. Итак, я сейчас отправляюсь в храм Сан-Панталон. Очень красивый храм. И сегодня буду ходить пешком. Кстати, очень много в Венеции появилось неожиданно китайцев. Просто неожиданно. Наверное, у них открыли самолеты, открыли Китай. И прямо вот я вот сейчас пока иду от автовокзала, уже увидел, наверное, 3-4 группы, человек по 10 китайцев. Какой любопытный квартал. Это я, ребята, еще раз напоминаю, иду от автовокзала к храму Сан-Панталон. Здесь мы никогда еще не были. Как-то здесь все немножко отличается от той Венеции, которой все привыкли видеть. Храм древний, красивый. Особая красота — это, конечно, потолок, ребята. Потолок — это нечто. Огромная, я не знаю, даже не берусь сказать, каких размеров картина. 12 век. И сложное итальянское слово реконструировано в 17 веке. Ну что, давайте зайдем. 12 век — это уже любопытно. Небольшой храм святого Пантелеймона произвел на меня неизгладимое впечатление. Представляете, это оказывается не роспись, я думал, роспись на потолке. Это оказывается полотно, 700 квадратных метров. 25 лет художник рисовал его. Если не ошибаюсь,
погиб, упав оттуда, из-под потолка. Вот такая трагическая история. По всей видимости, древний колодец. Я таких много в Италии видел. Тариф на гондолу. Многие спрашивали, ну, цена не поменялась. 100 евро.